В нашем доме поселился замечательный сосед. Жители дома по 22 апреля жалуются на одного из жильцов. Цитата. «Держит в страхе целый дом и угрожает жильцам, а временами разводит костры, также прямо в доме». Конец цитаты. Один из очередных соседских сюрпризов чуть не закончился трагедией. Из злополучной квартиры повалил дым, жильцы сразу же вызвали пожарных. Видеозаписью происшествия поделились в социальных сетях, а в чате высказали свои опасения, ведь этот случай не первый и, скорее всего, говорят местные жители, не последний. Однако в следующий раз чрезвычайное происшествие может быть гораздо масштабнее. Просто если в этот раз, грубо говоря, нам всем дружно фартануло, что он где в коридоре вроде, да, разводил костер, если в этот раз он белку поймает на кухне, да еще газ откроет. В случаях, когда сосед агрессивный, угрожает жизни и здоровью окружающих, эксперты советуют незамедлительно обращаться в полицию. А если к агрессии и ругательствам прибавляются угрозы поджога, затопления и других способов причинения ущерба, специалисты отмечают, кроме участкового, следует набрать номер пожарной инспекции. Так омичи могут рассчитывать хотя бы на профилактический визит к недоброжелательному соседу. Даже если, допустим, есть, ну, как бы, это не явная угроза, а там вскользь сказанная, то можно проконсультироваться в пожарной инспекции, в каждом округе есть, можно найти ее номер телефона и уточнить, как сделать, чтобы в рамках профилактики эту квартиру пожарная инспекция посетила и удостоверилась, в действительности ли сосед такой опасный, и он собирается это сделать.